числе получателей гранта в этом году молодые предприниматели, организовавшие швейный цех по пошиву детской школьной одежды. Этот бизнес-проект специальная комиссия при администрации города признала лучшим. В итоге бизнесмены получат субсидию в размере 230 тысяч рублей. Пока на предприятии работают 6 швей. В планах расширение производства. Для начинающих предпринимателей это достаточно весомый вклад в производство. Это и дозакупка сырья, да, непосредственно требуемого для производства, и увеличение количества рабочих машин и модернизация уже тех, которые на сегодняшний день существуют. Субсидию в размере 70 тысяч рублей получил и предприниматель Евгений Дульцев, открывший магазин товаров для футбола. Администрация города предоставляет гранты и некоммерческим организациям. Так, Ассоциация туризма Тверской области будет представлять столицу Верхневолжья на третьих русских ганзейских днях в Пскове. В рамках дней представители разных городов обсуждают перспективы экономического и культурного сотрудничества. Что будет, безусловно, способствовать развитию малого и среднего бизнеса и внутреннего и въездного туризма в город. То есть это, безусловно, событийное мероприятие очень важного и международного масштаба. На заседании рабочей группы по предоставлению субсидий проект Ассоциации туризма был одобрен, выделен грант в размере 300 тысяч рублей. Бизнес-проекты оцениваются по целому ряду критериев. Этот проект должен быть социально значимым. Данная некоммерческая организация не должна быть политической структурой, и проект должен быть реализован на условиях софинансирования. Заявки на предоставление грантов предпринимателям и организациям рассматриваются в течение всего года.